Наполнил! Я сказал! Фамилия, имя, отчество! Полицейскими задержан обвиняемый в тяжком преступлении прошлых лет. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России задержали на территории города Москвы жителя столицы. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетней. Преступление совершено в 2002 году в Черняховске. На 15-летнюю девушку, которая в ночное время возвращалась домой, напали двое молодых людей. Они избили потерпевшую и совершили в отношении нее насильственные действия. Подозреваемые скрылись, и долгое время установить их местонахождение не удавалось. В результате работы над раскрытием преступлений прошлых лет полицейские выяснили, что один из них живет в Москве. В целях конспирации он несколько раз менял фамилию и отчество. Оперативники уголовного розыска задержали его в столичной квартире и доставили в Калининград. При этом в жилище был обнаружен порошок белого цвета, который направлен на экспертизу. Установлено, что соучастник преступления скончался в 2013 году. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.